В настоящее время в результате изменений, происходящих в нашей стране, наряду со всеми сферами, развивается и строительство, особенно в сфере достойного жилья для населения. В этой связи для всех слоев населения большую роль играют и финансовые учреждения. Многие семьи могут реализовать свою мечту и улучшить жилищные условия в счет ипотечных кредитов, предлагаемых Азия-Альянс-банком. Несомненно, новый пятиэтажный жилой дом, построенный вдоль автомагистрали А-373 Ташкент-Ош-Вахангарани, полностью изменил внешний облик региона. Квартиры здесь начали сдаваться в эксплуатацию с мая месяца текущего года. Они полностью из кирпича, по традиционной технологии, отвечают всем требованиям времени. Азия-Альянс-банк выделяет ипотечные кредиты для приобретения квартир в этом жилом доме сроком на 12 лет. Дом пятиэтажный. На первом находится помещение для бытовых услуг. Всего здесь 24 квартиры, из них 16 двухкомнатных и 8 трехкомнатных. Площадь двухкомнатных квартир равна 56 квадратным метрам, а трех – 66. Дом построен из качественных строительных материалов. Фасад дома обшит облицовочным кирпичом, который помимо эстетичности гарантирует прочность и долговечность. Важно, что все квартиры сдавались в эксплуатацию под ключ, то есть в каждой из них сделан ремонт. Установлены металлические входные двери с кодовыми замками и домофоном. Кроме того, установлены многопрофильные окна и межкомнатные двери из шпанированного МДФ. А в санузлах положена керамическая плитка и кафель, а также установлена качественная сантехника. Вдобавок, для бесперебойного обеспечения горячей водой и отоплением в холодное время года каждая квартира оснащена двухконтурным котлом. Что касается инфраструктуры, то во дворе дома сооружены детские площадки, а также беседки для отдыха. Кроме того, неподалеку есть центры оказания государственных услуг и Дехканский рынок. Следует отметить, что расположение дома вдоль автомагистрали удобно не только для самих жителей, но также и для тех, кто проживает в Ангрене и Алмалыке. В случае приобретения квартир в этом доме граждане из других областей республики смогут получить постоянную прописку. В целях повышения доступности жилья и коммерческой недвижимости Азия-Альянс-банк готов рассматривать и другие предложения покупателей, включая возможность выделения ипотечных кредитов для работников предприятий, имеющих возможность выделить средства для формирования первоначального взноса по ипотечному кредиту для своих работников, а также выделить кредитные средства юридическим лицам для покупки недвижимости.